Redakcja. Вітаю! Отже, в той час, коли президент України у швейцарському Давосі спокушає іноземних бізнесменів інвестувати в Україну і пропонує взяти нас до Євросоюзу замість Великобританії, впритул залізничним вокзалом замість МАФу з'явилось незаконне капітальне будівництво. А дізнались ми всі про це завдяки нашим колегам з Думських. Їх журналіст проїжджав повз. Дійсно піднялась буча, але чиновники коментують: ми все знали, зараз будівництво демонтується. Як так сталося взагалі, що першими на цю капітальну, так незаконну, капітальне незаконне будівництво звернули увагу самі журналісти, а не ви? Обращаю ваше внимание, що нами був составлен акт ще 26.12.2019 року і написано письмо в поліцію. Ну, с просьбой установить собственника. Это было 26.12.2019 года. А журналисты у нас подняли данный вопрос буквально там 2-3 дня назад. Нами готовились документы, согласно которым мы сможем аннулировать паспорта привязки. Они подготовлены и уже аннулированы. И я думаю, что это и заставило собственника начать демонтаж данного незаконного строительства, которое он начал. Сколько часов он имеет на это? Ну, мы за этим следим. Наш инспектор находится на месте, и мы будем каждый там вечер информировать, на каком этапе что происходит. Ну, есть будь-який остаточный термин там? Я думаю, что постараемся до конца недели хотя бы убрать то, что на сегодняшний день он уже сделал. Собственнику было разъяснено, что он осуществляет строительные работы без разрешительных документов, а, б, то, что он захватывает земельный участок, который принадлежит территориальной громаде города Одессы. Мы его будем привлекать как не физическое лицо, как ФОПовца, да, то есть как юридическое лицо. Я думаю, что там штраф будет больше, около 60 тысяч гривен. Це був сюжет від редакції. Як завжди, цікаво про актуальне. Зустрінемось! Алло, редактор.